Горы мусора в жилом квартале. Жители домов по улице Брюлова в Шевченковском районе бьют тревогу. Мусор из баков вывозят крайне редко. А после урагана, который был на прошлой неделе, мусоровоз здесь еще не видели, сетуют жильцы. С просьбой решить проблему обращаются к городской власти и руководителям Ремондис Запорожья. У нас даже не претензии, а просьба. Нормальная гражданская человеческая просьба. Данные безобразия, данные неприятности устранять ежевременно. Это то, за что мы платим, законопослушные налогоплательщики. Ежемесячно мы своевременно оплачиваем счета по уборке мусора при домовой территории. Раз в несколько дней, там, раз максимум два в неделю, осуществляется снисхождение властей города Запорожья, в частности Ремондиса, это совместная собственность, не будем лезть в юридические моменты. Просто хочется по-человечески жить,